Очередная возможность, очередные шансы для нападающих «Динамо». Причем здесь и первый шанс для Петунина, и второй для него же. Но, собственно, второй шанс вырос из его же первого броска. Оба раза Ховар сумел переиграть нападающего «Динамо». Сейчас обращаю больше внимания на защитников автомобилиста. Ну и может быть потому, что «Динамо» поактивнее в нападении во втором периоде. Может быть потому, что просто защитники сейчас здесь ближе к моей позиции. Могу видеть, как с ними работают тренеры гостей. Вот на что обращают внимание, что здесь вот тонкую игру, цитирую, показывать не надо.